Друзья, всем привет! Буквально вышла на 5 минут с вами пообщаться, потому что только что пробежала там 10 километров в зале, в спортзале. И сейчас вышла на нашу террасу. Тут потрясающий вид. Хочу вам показать, какое солнышко у нас в Ереване. Как тепло. Правда, я боюсь, что меня немножко продует. Но сегодня мне мама писала, что в Москве просто минус 9, а у нас жара, лето. Ну, весна, по крайней мере. Я на тренировке. Пробежала 10 километров. Прикреплю вам видосик за 65 минут. Уже получше, но все же я раньше за час бегала. Но будем добиваться этого результата. Сейчас пойду на стретчинг и потом в театр, потом буду гулять. Спасибо вам огромное всем, кто писал прекрасные комментарии добрые про меня, про Колю, про нашу семью. Коля действительно учит язык, у него очень хорошо получается, ему нравится Армения, культура, еда, природа, погода. Вот, так что нам безумно все. И получив такой классный отклик от вас и столько много просмотров, я решила, что устрою себе челлендж. Я буду 7 дней подряд, то есть неделю, выпускать видео длинные каждый день, то бишь 7 видео. Скорее всего, это будет вечером, так что имейте в виду и смотрите, пишите комментарии. Постараюсь сделать для вас интересные, веселые видео. Надеюсь, вам понравится. Вот, я безумно рада, что греюсь под лучами солнца в ноябре. И сейчас вам сниму потрясающий вид, который здесь открывается. Я вот вышла потная. Надеюсь, ничего со мной не случится из-за этого. Буквально на 5 минут, чтобы снять вам вид. Дальше все остальное расскажу, когда буду идти до театра. Всех люблю, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, комментарий, любой комментарий. Нравится, пишите хороший, не нравится, плохой, ставьте лайк, дизлайк. Все на ваше усмотрение. Мне важно ваше мнение. Все, друзья, снимаю вам вид и убегаю. Быстро-быстро, посмотрите. Храм. Но мы находимся в ТЦ Россия Молл. Да, так это называется. В общем, я когда бегаю, у меня прям вид на Арарат. Я сняла, не знаю, там у нас сеточка, видно, не видно, но, естественно, нормальным человеческим глазом все намного лучше видно, чем через камеру. Летом здесь у нас стояли разные там тренажеры, в общем, групповые занятия. Здесь у нас какая-то площадка для детишек, я не знаю. Кстати, летом здесь даже бассейн был, но абонемент я купила не так давно. Так что все, что было летом, я могу видеть по видео других людей. Вот. Ну, смотрите, я так понимаю, что здесь тусыч был. Вот, можно кофе, хамель. Принесите мне кофе. Я, кстати, мечтаю о кофе. Вот, детишкам. В общем, летом здесь бассейн и так далее были. Все, я иду обратно. Посмотрите, как классно. Солнце слепит меня. Вот, это зал, в котором я бегаю. Вон там я бегаю. Вы только посмотрите, сколько любителей классической музыки и театра. Вот я сейчас иду на спорт и смотрю, что у нас из театра выходит. Я так понимаю, что ходили на Щелкунчик, что ли? Щелкунчик. Или на что? Оперы, по-моему, сегодня никакой не было с утра. Наверное, на Щелкунчика. Посмотрите, как у меня сердце радуется, что наше молодое поколение приучается к классической музыке. Посмотрите, как это красиво. Обожаю. Супер, молодец наша опера, что помогает детям познать всю прелесть классической музыки. Вот. Шабак. Прекрасно, прекрасно. Очень радуется глаз. Надо бы тоже пойти на балет какой-нибудь, поглядеть. Ладно, здесь у нас опасная зона. Я всегда просто, у меня вся жизнь перед глазами пролетает, когда я здесь прохожу, потому что мне всегда очень страшно, что в меня кто-нибудь врежется. Детки гонят, будь здоров. У нас теплынь. Смотрите, как люди одеты. Играет армянская музыка. Кстати, вы заметили, что весь северный, да и в целом город уже подготовили к Новому году. Уже видите снежинки.
висят. Я думаю, что вечером это еще красивее, все в огнях. Вот, так что прям как, знаете, как в Абу-Даби в декабре стояла елочка и было очень тепло, то же самое у нас все украшено к Новому году, огни есть, но погода пока нас балует очень сильно. Причем, мне кажется, в этом году теплее, чем в прошлом, потому что мы в прошлом были в ноябре, и было все-таки холоднее. А в этом году прям, на удивление, очень тепло. Ну, вы можете это понять по тому, как одетые люди гуляющие. Просто весна. Вот так вот. Представляю вам музыкантов северного. И испанские мелодии, и армянские, и вот сейчас парень пел русскую песню. На любой вкус, на любое предпочтение. И что-то он сейчас будет интересно играть, наверное. Готовится, но мне надо бежать. Возвращаюсь я, значит, с пробежки. Вы посмотрите. Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Первый мой Новый год спустя много-много лет. Сколько лет? Ну, 25, да? Если мне сейчас 29. Уехали мы, когда мне было 3,5. Соответственно, четверть века я не была на моей родине. Это будет мой первый Новый год. Я буду на почте, буду танцевать. Если это видео наберет 1000 лайков. И Колю с собой возьму. И всех с собой возьму. Вот, смотрите, все украшено. Все в огнях. Ой, надо сюда, мне кажется, прийти вечером. Мне кажется, еще вот дома, как всегда, полностью будут в огнях, как я люблю. Пока еще они вроде не окутаны, но деревья уже вовсю. Деревья уже в огоньках. Надо скоро свою комнату. У меня, кстати, есть очень длинная гирлянда. Ой, смотрите, и лампы уже вот эти. Вот. Елочку уже ставят, вы прикиньте, ноябрь месяц. Я очень рада. Надо уже потихоньку настраиваться на Новый год. Хоть и солнце балует, погода просто... Вы посмотрите, идет мужчина, а парень в шортах. Нет, два парня в шортах. Чтобы вы понимали, какая температура в Армении. Вы просто посмотрите, как люди одеты. Ну так вот, друзья мои. Это вам не минус 9.